Хей, друзья, с вами StivePro, и сегодня я хотел бы научить вас приручать попугаев в нашем любимом Майнкрафте 1.2. Что ж, друзья, приручать попугаев это то же самое, что приручать волков, но на самом деле попугаи довольно такие привередливые существа. Я не буду пытаться улететь от вас, и в этом заключается вся сложность их приручения. Что ж, друзья, вот у нас сейчас есть попугай. И, собственно, нам нужно просто его заспавнить, после чего нам нужно взять семечки. Я буду брать семена тыквы. После чего нужно подойти к попугаю и нажать кнопочку «Приручить». И, как видите, попугай съел наши семечки. И он у нас спокойным образом приручился. Мы можем приручать аж целую орду этих попугаев, но запомните, что у нашего персонажа только два плеча. И только два попугая смогут сесть на наши плечи. Также, друзья, мы можем одного из этих попугаев просто-напросто посадить. Смотрите, эй, куда полетел, куда полетел? Стоять! Все, друзья, он сидит, и никуда он больше не полетит. Так, один попугай запрыгнул на нас, и второй попугай пока что... Нет, друзья, они пока что слезли. Так, нужно немножко отойти. И смотрите, смотрите, смотрите. Так, что вы не садитесь-то, заразы такие? Ладно, друзья, собственно, вот сейчас могут, сесть могут. Вот, сел. Так, а ты будешь садиться? Нет? Ну, друзья, что-то они какие-то не больно активные попугайчики. Сразу скажу, что самый редкий попугай это у нас красный. Красный попугай. И сейчас он сядет на нас. Да, друзья. Да, попугай сейчас сидят на нас. Один попугайчик смотрит на нас. Завидует, завидует, да? Завидуешь? Ну вот, друзья, собственно, вот таким методом можно приручать любого, совершенно любое, любого попугая. И это не так уж и сложно. Но кто-то из вас мог этого не знать. Так, друзья, давайте заспавним красного. Так, зелененький. Зелененький. Так, а вот красненького попугайчика я не вижу. Появился синенький. Нет, друзья, как видите, красный попугай. Вот, друзья, появился. Но он самый красивый и самый редкий попугай. И, собственно, друзья, если данный гайд был для вас полезен, просто поставьте лайкусик, не забудьте подписаться на канал. Ну а с вами мы увидимся уже в следующем ролике. До скорых встреч!